Привет, друзья! Сегодня хочу вам показать нож тигровая четверка. Значит, это нож четверка, который я немного переработал под себя. Я вообще люблю перепиливать ножи, как вы заметили. И этот нож тоже не ушел от этой участи. Вот, значит, нож сделан из черно-синий G10. Вот, и значит, давайте я покажу, какие изменения нож получил. Значит, здесь такие грани были. Это прототип был нож четверка. Вот из этих 4 ромбика вот эти вот. Вот, значит, я убрал грани. Мне нравятся более скругленные формы. Они менее, так скажем, они более дружелюбные, менее агрессивные к руке. Вот, все так. Давайте пройдемся поближе. Значит, вот здесь закругление произошло. Я сделал. Значит, здесь я тоже убрал закругление. Больше убирать нельзя, потому что, как видите, торчит уже, кончик начинает вылазить. Вот. Ну, все фаски я снял, закруглил немного G10. Вот. И решил попробовать вот такую фрезеровку. Эта фрезеровка делается напильником для заточки бензопилы, для цепей от бензопил. Просто что-то я, в общем-то, нет у меня круглого напильника, не оказался. Я просто купил его на рынке, там, что-то за 50 рублей. Вот, и вот таким вот образом я попробовал, получилось очень неплохо. Значит, с этой стороны я не стал доводить фрезеровку до самого верха, для того, что, потому что здесь садится клипса. Здесь я все-таки ее закончил. Вот, значит, грязюка какая-то. Вот здесь пришлось обработать, видите, здесь такие более скругленные G10, вот самая верхушка, боялся я попортить шкуркой для того, чтобы снять агрессию, чтобы он нормально садился на карман. Значит, после того, как я его скруглил, он мне уже нравится, очень уже понравился, но я ловил себя на мысли, что мне хочется убрать вот этот плавник, то есть нож потеряет функциональности, он не будет так быстро выбрасываться, так легко, но при этом мне хотелось именно сделать его вот такой финочкой из него, то есть такую ровненькую. Давайте я его просто положу, видите. И, в общем, как я понял, что я уже несколько дней об этом думаю и не могу отделаться от этой мысли, и, значит, решил я рисковал я тем, что могу испортить нож, но решил я, в общем, рискнуть. Убрал я плавник и закруглил его вот таким вот образом. Вот здесь я сделал выборку 5-миллиметровую для того, чтобы палец, вот она была вот таким вот образом, тоже лайнер с другой стороны, для того, чтобы палец ложился вот в это углубление. Вот, и открывал его. Нож можно выбросить вполне. Проблем в этом нет. И открыть его тоже можно, тоже вполне он открывается за этот вид. Было бы, конечно, лучше, если бы у него был, как у ножа Скутум, например, или точнее, как у Страйдера. Вот это углубление, оно было более широкое, чтобы палец в него более ложился. Не только задевал, открывал, как видите, вот самым краешком, а именно, чтобы он проваливался туда. Ну, что есть, то есть. В общем-то, мне кажется, что изначально это отверстие, оно было декоративным, потому что открывать за него было не очень удобно. И главным было флип, именно плавник. То есть, вот, давайте я покажу, как он вот здесь вот стал фиксироваться. Ну, в общем, вот так вот я все это закруглил. Получилось вполне симпатично и очень ухватисто. Вот такой вот ножичек получился. Надеюсь, кто думал тоже что-то его как-то допилить, вот смотрите, что можно получить на выходе. И, надеюсь, было интересно. Значит, я, значит, с ним погулял в лесу тоже. Для любителей природы можете досмотреть ролик до конца. Надеюсь, было интересно. Вот такой вот вышел тигровый. Тигровая расцветка такая.
Сажать и снимать на карман достаточно тяжело. Надо вот в этом месте что-то делать. Может обработать шкуркой, но тогда можно попортить эту расцветку. И, наверное, значит, есть желание продлить, во-первых, вот эту вот, наверное, так как с этой стороны клипсу я не буду ставить, я продлю, наверное, вот эту вот фрезеровку до конца, чтобы было как на задней части. И еще есть мысль, никак не могу я отделаться от мысли, я вот все уже не первый раз себя торможу, так скажем, а хочу убрать плавник, то есть убрать плавник, вот получится вот такая вот финочка. Убрать плавник и сделать вот здесь углубление побольше для того, чтобы палец мог открывать вот за этот шпенек, то есть за эту дырку. Лезвие, в принципе, можно даже открывать даже так, но так места пальцу мало, а сделать чуть побольше на 5 миллиметров углубление, палец будет хорошо ложиться. Вот, не знаю, не могу никак пока побороть это желание. Возможно, этот флиппер перестанет быть флиппером, хотя вот в таком виде, мне кажется, он вполне даже так ничего. То есть он, в принципе, уже мне очень нравится, но чего-то никак я не могу пока справиться с этим, сделать из него вот такую финочку. Значит, вот так. Прогулка в поисках лисичек. Пока что-то никаких лисичек я не вижу. Да и вообще с грибами туго. Одна поганка, одна сыроега. Зато очень красивый лес. Сегодня спиленной четверкой.